потенция, рецепты, как принимать гинкобилоба в домашних условиях. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь на наш канал и включите оповещение, чтобы быть в курсе всех наших классных новинок. Гинкобилоба – это растение, которое очень популярно в Китае. Вещества, входящие в состав растения, улучшают кровообращение и препятствуют развитию воспалительных процессов. Эффект заметен уже после недельного применения препарата. Но чтобы закрепить результат, придется лечиться 3 месяца. Полезные свойства содержатся как в листьях, так и в плодах дерева. Но для лечения потенции больше подойдут листья гинкобилоба. Из высушенных листьев гинкобилоба готовят настойку. Для ее приготовления потребуется сухие листья гинкобилоба – 50 граммов, водка – 1 бутылка. Сырье заливают водкой и настаивают в темном месте в течение 2 недель. Затем лекарство процеживают и пьют 3 раза в день по 20 капель до приема пищи. Подобную терапию проводят 3 раза в год. Один курс должен длиться не менее месяца. Ставим лайки. Лайки дайте на наш канал. Подписку нажимайте, жмите на колокольчик, жмите, жмите, иначе новое видео без вас выйдет. Это общеобразовательный канал «Реальная качалка». Подписывайся, у нас очень интересно.